Еще один готов? Как у нас тут обстоят дела? Вы тоже готовы, да? Ну давайте пока вас послушаем. Итак, Александр, подходите к нам. Спускайтесь с небес на землю. Вот так, да, значит? Покажите сначала всем прическу, которую вы сделали. Ой-ой-ой. Что-то, видимо, случилось. Так. Вот так вот. Так лучше будет, да? Пожалуйста, представьте свою прическу. Эта прическа называется «Голос». С этой прической можно ходить купаться, на какой-нибудь вечер, на дискотеку. Она хороша тем, что волосы прибраны. Но это быстрый вариант голоса, сделанный на скорую руку. То есть бывает лучше. Аплодисменты бурные. Что ж вы уже свою прическу-то сломали? Вот так, хорошо. Так, мы смотрим на следующий, да? Вы второй у нас выполнили. Сергей, спускайтесь к вам, пожалуйста. Представляйте свою прическу. Продемонстрируйте сначала и всем. Прическа называется «Косичка ускоренная». Куда с такой прической можно сходить, покрасоваться? Ну, на скорую руку только, где-то на скоро покрасоваться. Вот так вот. Аплодисменты бурные, Сергей! Кому вы делали прическу? Не в курсе еще? Это наша красавица, мини-мисс круиза теплохода Федор Гладков. Я помню. Я помню. Давайте подарим девочке наши аплодисменты бурные. Она сегодня выиграла в конкурсе. Так, ну а теперь вам, уважаемый стилист, говорите, как прическа ваша называется? Прическа называется «Русалочка оригинальная». Все знают, что русалочки красивые, и они очень любят плавать в море. В чем оригинальность этой прически? Обычно у русалочки волосы распущены, но в этом варианте с косичкой они никогда не смогут запутаться, поэтому разделяют левую часть на правую. Вот так вот, аплодисменты! Так, ну давайте рассказывайте, как называется ваша прическа? Ну, такую прическу можно только 3 часа ночи быстро вставь сделать. А где ее? Ну, наверное, до ближайшего зеркала нормально будет. А дальше перекрестить. Бурные аплодисменты! По-моему, эта прическа называется «Взрыв на макаронной фабрике». Там все попады. Может, уже 29-го приеду домой. Браво.
станции.